представься, пожалуйста. Ну, что, может, позывной или как? Док. Док. Скажи, пожалуйста, док, ты местный? Со Снежного. За что воюешь, док? За родину. За женщин, детей, матерей. Все. Скажи, принесла та сторона много горя тебе лично? Много. А в чем это выражается? Отец убит, дом разбит. Возвращаться некуда. Осталась только армия. Все. Армия — дом родной? Да. Я понял. Ты давно воюешь? С самого начала. С конца марта. А как дом разбили? Градом. Попали? Ну, мы с Мариновки пришли, только отдыхать, я лег на втором этаже. И как раз торпеда залетела. Батя погиб? Ну как, он после контузии, его сильно контузил, он прожил 2 недели. Царство небесное. Царство небесное. А мама жива? Не, мама умерла, слава Богу. Не видела этого всего 3 года назад. Ну-ка, у тебя боевая какая специальность? Я понял. Ну, в общем-то, как? На той стороне приходится выбивать аналогичных бойцов? Ну, всякое бывает. Ну, твоя задача, в общем-то, работа, ну, как всегда на войне, да, по огневым точкам и так далее. Ну, да. Ты кого увидел, того. Понятно. Самое тяжелое, где были места? Была заваруха какая-то? Рапорт. Рапорт? Под что попали? Ну, меня когда ранило, мина бахнула, легкая пробита. Контузия. Ну, так, основание черепа. После госпиталя сюда опять. Что, заросло все? Конечно. За 2 месяца все зарастает. Обалдеть. Молодец.